Этот телевизор показывает в уже привычном формате HD. Этот в новом для Приморского края формате 4К. Его отличие от первого в четкости и цветоотражении. Все цвета максимально приближены к натуральным, что создает эффект реальности. Вдобавок, изображение в 4К максимально ровное, практически без пикселей. Этот телевизор можно смотреть совсем рядом, а этот все-таки с какого-то расстояния. Новый познавательный телеканал Insight в формате 4К запустила компания подряд. Канал стал доступен 15 декабря для всех абонентов компании, которые подключили пакет «Все включено». 4К – это ультра, это еще лучше, чем HD. Вот, все привыкли уже к HD каналам, но сейчас как бы еще следующий шаг – прогресс. Всего в России 4 канала в таком формате. При этом они транслируются в основном в Центральной России и Сибири. На Дальнем Востоке компания подряд первая, кто запустила новый канал Insight в 4К. К его подаче они готовились полгода. Это совершенно новый технологический канал, канал сверхвысокой четкости. Телеканал окунет вас в увлекательный мир развлечений, спорта, познавательных программ и интеллектуального кино. Новый канал могут смотреть жители Владивостока и его пригородов, а также города Артема. В последующем компания планирует расширять географию и транслировать другие каналы в формате 4К. Ирина Мокрицова, Станислав Лазебный, новости на Восьмом.